Добрый вечер, дамы и господа. С вами канал Gameplay Video и Серега Простой. А мы во второй раз снимаем летсплей по игре Far Cry. Только единственное, этот летсплей не совсем обычный. Мы не будем проходить игру, а также, как и в прошлый раз, будем захватывать базы. Итак, сегодня я выбрал две базы. Бензин Кредла, вот она, и Ржавый двор, вот она. Я вам показываю для того, чтобы вы могли, если что, посоветоваться мне. Значит, первую мы отправимся в бензин Кредла, и я думаю, что мы с вами будем ее захватывать в тихом стиле. Значит, полетели. И, кстати, да, сразу хочу напомнить, что игра имеет ограничение по возрасту. Поэтому, если вам нет еще 18 лет, дорогие друзья, будьте ответственными. И, пожалуйста, отойдите от мониторов, скажите своей маме, чтобы она его выключила. И не подпускала вас до тех пор, пока не закончится это видео. Ну а если быть серьезным, то как бы я не могу вас заставить, вы сами уже самостоятельные. Вот. Но все же имейте в виду, что здесь рейтинг от 18 лет. Вот я так не люблю этих казуаров, если не ошибаюсь, их называют. Они постоянно на меня нападают. И да, знаете, какой казус со мной произошел? Я уже пытался записать видео по захвату баз. Я даже захватил две базы. И даже записывал, но когда я начал проверять отснятый материал, выяснилось, что я дописывал с выключенным микрофоном. Это просто крайняя степень идиотизма, я понимаю, но, к сожалению, я не опытен в съемках летсплеев, и, видимо, поэтому я поймался на этом достаточно простом, но все же глупом, так скажем, недочете. Да, поэтому я собирался снять его еще вчера, я его даже снял, но увидеть то, что я вчера снял, вы не увидите, поскольку это было просто видео без слов. Вот, а видео без слов на самом деле, я думаю, что мало кому интересно будет смотреть, поэтому я и не буду выпускать его. Вот, поэтому я уже даже удалил его. Значит, кроме того, сегодня это я вам скорее для справки. Я склеил, смонтировал еще одно видео по другой игре, по игре Battlefield 3. В скором времени вы его увидите. Это довольно необычное видео для моего канала. Еще подобного не было пока что. Вот. Это некоторый, так сказать, опыт. Кстати, давайте-ка на машинке проедемся, да? Я забыл сказать. В этой игре мне нравится, кстати, вот еще что. Кстати, что я много раз говорю. В этой игре мне, кстати, нравится вот еще что. Что в этой, что нет вида от третьего лица, когда мы едем в машине, и ощущение более реалистичное. То есть тряска, я могу посмотреть по сторонам. Естественно, конечно, в реальной жизни мне несколько проще ориентироваться по габаритам автомобиля, но в этой игре все довольно-таки достойно выполнено с точки зрения автотранспорта. Единственное, его не очень много. Я так считаю, что не очень много. Может быть, вы со мной согласитесь, конечно. Вот. Значит, это что касается автомобилей. Дополню немножко информацию о том, что я снял видео по Battlefield 3. Это необычный проект, как я и сказал. Он также не имеет никаких слов, как и большинство моих видео. Но он интересен другим. Я не буду вам раскрывать все тайны, поскольку это будет жесткий спойлер. Скоро вы увидите сами. Я уже его закончил, осталось только сделать буквально там превью, описание. И самое главное, самое долгое, это конвертирование видео. Экспорт его, так сказать. Так, где мы, кстати? Куда мы пришли-то? Я близко, но судя по всему, не слишком с удачной стороны подошел. Да, наш персонаж Джейсон, к сожалению, не умеет ползать по горам, как делает это герои Скайрима некоторые. Но, в принципе, вот с такими мелочами он справляется. Так, ой-ой-ой-ой-ой, это кто? Только попробуй напасть на меня, дура. Я не хочу тратить пистолетные патроны на вас. Динго, по-моему, да? У меня уже есть ваша шкура, мне не нужны они больше. Не нужны, говорю. Отвали. Не хочу я тратить пистолетные патроны на него, потому что у меня и так их кот наплакал. А тут еще собаки эти. Так. Давай, Джейсон, помоги мне!
Вот, молодец, залез на эту горку. Так, Джейсон. Так и тянет назвать его Джейсон Борн. Как герой одного из моих любимых... одних из моих любимых трилогий. Вот. Может быть, смотрели вы. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Очень качественный боевик шпионский. Про Борна там трилогия. Вообще там уже квадрология, но я четвертый фильм не считаю за Борна, потому что там другой герой и другой немножко стиль его. В целом, в общем, фильм неплохой, но это все-таки уже не вписывается, так скажем, в концепцию, которая была прежде. Где мы? Мы, в общем-то, судя по всему, добрались, да? И видим мы базу, на которой так, уже 4 снайпера. А это много. 4 снайпера, 1 автоматчик. И явно где-то еще кто-то скрывается. Так, бочки. Бочки мы должны... Ну, может быть, не должны. Но, друзья, вы не обижайтесь. Я немножко поменяю планы и воспользуюсь этими бочками, чтобы нашуметь. И мы отступим от плана захвата в стиле ниндзя. Будем делать это сильным, шумным, громким. Только вот... Барбосики мне не нравятся. Уж очень мне немного проблем доставляют всегда. Что ты, сволочь ты? Где еще? Как же мне не нравятся эти динго. Чтоб тебя разодрало, собака невоспитанная. Надо отсюда срочно дрессировщика вызывать. Так, 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 так. Надо поправить дела с нашими медикаментами, иначе я рискую остаться без помощи в нужный момент. Так. Без медицинской помощи. И теперь мы зайдем с черного входа. Он где-то здесь должен быть обязательно. Вот он. Зайдем и поздороваемся, наверное, со снайпером, который стоит на крыше. Чтобы немножко облегчить свою задачу. Вот оно что. Я вижу передатчик. Сигнализацию мы, пожалуй, отключим. Она нам будет очень мешать. Что ж такое? Почему ты упал? Неужели у тебя голова заболела? Так, что-то происходит. И, кажется, происходит без нас. Друзья, меня чуть не завалил простой бандос. Но этого не произошло. А я, в свою очередь. Так, а я, в свою очередь, встретил напарника. И это очень неплохо. На! Теперь ясно, да? А вот ты ж куда побежал? Я хочу с тобой поиграть в игру. Я хочу поиграть с тобой. Я хочу поиграть с тобой, дружище. Ну что ж, поиграли. На этот раз базу мы захватили с довольно необычным путем. Мы одновременно сыграли и как ниндзя, и пошумели, и нам заодно еще и помогли местные жители. В кои-то веки нам действительно помогли местные жители. Это очень интересно. Так, а вот это... Пожалуй, друзья, я оставлю себе вот этот вот, что это за пулеметик, какой пулемет, господи, УЗИ, значит, для того, чтобы захватить следующую базу. Но работа еще не закончена. Проверь доску объявлений. Может быть, ты помолчишь? Я тут разговариваю, понял? Спасибо. Так, друзья, я пока оставлю вас на паузу и вернусь, так скажем, к вам. Когда я немножко подготовлюсь и буду уже на пути ко второй базе. А вторая база, я напомню, называется «Ржавый двор». Итак, друзья, я снова с вами, и мы уже близко к ржавому двору. Я оставил все-таки себе пистолет, поскольку хочу в этот раз попробовать сделать все тихо. И давайте мы прокатимся 2 метра. Так. Значит, мы подходим и будем вынюхивать, что и как здесь расположено.
Опять собаки. Ну что ж ты будешь делать, а? Как же я не хочу с тобой встречаться. Ну, раз уж ты здесь, то шкурка твоя мне пока нужна. И рядом со мной уже ходят пираты, которые, видимо, заподозрили что-то. А что же, друзья, вас сподвигло пойти искать меня? Может быть, моя машина слишком шумна? Да нет меня, нет меня. Никого здесь нет. Даже не ищите. Пожалуй, я заныкаюсь вот здесь. Блин, неужели потерял? Вот сука! Хватит говорить мартерные слова. Это очень невежливо по отношению к остальным. Мы его потеряли. Начать поиски. Теперь ему не уйти. Тут ничего. Вот это мне не нравится. Здесь тигр. Я, пожалуй, предпочту. Предпочту бежать, друзья. Тут даже думать не надо, надо просто бежать. Тигр просто меня уничтожит, если увидит. Точнее, если догонит. Но теперь он нападает на остальных пиратов. Да, он мой помощник в этот раз. Ну, тигр, ну оставь и мне тоже, надо мне тоже. Так, вот так. Вы можете не понять меня, друзья, но на самом деле за меня слишком много уже убивал тигр и другие животные. Я не хочу, чтобы это произошло снова. Захват базы был на ком-то, кроме меня. Так, что ж. Ну, мы оставим деталь сюрприза. Ой. Что ж такое? Вы неужели неудачно подъехали? Да, в этот раз, друзья, я почему-то неудачно захватываю базы в стиле ниндзя. Наверное, хреново из меня ниндзя. Но зато у нас плохо получается захватывать базы с громкими звуками, что, в общем-то, тоже неплохо. Потому что эта игра позволяет делать такие вещи. Нет, я не хочу сдыхать от боли. А вот вам придется. Вот тебе тоже, например. Я, пожалуй, подлечусь. И давайте мы сделаем вот что. У меня есть C4. Мы попробуем что-нибудь сварить. Где же ты? Тебе все скажи, да покажи. А это даже не интересно будет. Эй! Эй, привет! Ты видишь меня? Ну? Эй, пират! Пират! Да, в этот раз какие-то несмелые пираты пошли. Пожалуй, я заберу то, что я навешал, потому что мне не доведется как сегодня. Ну, все? Кто я? Ты про меня говоришь? Ты меня еще ищешь? Я тут прыгаю. Ну? Иди сюда, дорогой. Неудачно кинул.
я сумел этим взрывом уничтожить даже коктейль Молотова, который летел меня. Итак, друзья, вторая база захвачена. Ржавый двор. На сегодня это, пожалуй... Что? А что это было? Да. Пожалуй, все-таки удача изменила мне. Ну, может и не мне, но местным жителям уж точно. Их я собрал аж 4 трупика. Да, друзья, вот это была неожиданность. Как непредсказуема все-таки эта жизнь и конкретная игра Far Cry. Да. Друзья, на сегодня, пожалуй, все. Я, к сожалению, ухайдокал еще 4 своих ребят. Ну, зато, знаете что, зато я отомстил им, считайте, за их хвастовство. Они всегда хвастаются, что захватили этот ванпост, ходят и кричат, что они крутые. Так вот, я крутой, а не они. Ну что ж, друзья, спасибо вам, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Gameplay Video, заходите к нам в группу Gameplay Group. Будьте участниками нашего сообщества и участвуйте, конечно же, в жизни нашего канала и нашей группы. Буду рад подписчикам новым друзьям, поэтому не стесняйтесь, воспользуйтесь этой возможностью и подключайтесь к нам. Еще раз всем спасибо, пока, до новых встреч, скоро мы снимем третью часть. Счастливо!